Такие нужны в сборной. Человек, который, ну я что-то посчитал, мне показалось. Мне так показалось, а тренер ему... Да, тренер говорит, я тебе сказал, по правому борту. А правый это относительно вас или относительно меня? Просто я не сразу понял. Такой, типа того. Но мне кажется, забавно. Да, самый неправильный. Потому что понятно, что будут награждать MVP-матчем, будут награждать лучшего ассистента и Галеадора всего тура. Но вот человека, который, да что ж такое-то, опять он не то сделал, но при этом играет в сборной, приносит пользу и результат, это Андрей, нам стало понятно, спасибо Олег большое. Смит. Олег Смит, Олежа. Олеженька. Поздравляем тебя. Поздравляем. Мы обязательно свяжемся. Олег, с тобой свяжутся, спросят автограф какого игрока нашей сборной ты хочешь себе на бейсболку. Теперь и уже отправят тебе. Отправят вот эту вот кепочку вам в подарок. Спасибо за участие. Завтра ждем вас снова здесь в эфире. С вами были Андрей Родной, Юлия Лысенко. Лига ставок, большой тур сборной начался прямо здесь, в Челябинске. Завтра он продолжится. Дальше больше. Увидимся в эфире. Пока-пока. Настя, фотку. Не выключайте свет, пожалуйста. Хорошо? Не снимай наушники. Давай. Настя. Прям по центру. Отключи лайф. Лайф отключи. Режим лайф.